Доброе утро, мои дорогие. Хорошая погода стоит, жаркая, правда, но хоть дождей нету. Вот, а мне прислала Людмила Викторовна, я вам показывала ее видео, фотографии с Кубы, а теперь она в Казани, на своей родине, вот, и присылает мне фотографии. Так что благодаря вам, людям, которые присылают мне свои путешествия, я могу и с вами поделиться, и сама, вроде бы сидя дома, а побывать в разных местах. Так что, мои дорогие, не стесняйтесь, присылайте. Очень интересно. А красота-то какая! Это вот она плывет на метеоре, на кораблике, да? Из Казани в Булгары. Вот я там никогда не была. Очень интересно. А Волга-то какая красовенная. Ой, ой, ой. Сейчас я вам покажу. А теперь, мои дорогие, будут видео Оксаны Кормщиковой, которая живет у нас в Черноморске, подружка моя. Вот у нее собака, кот, орхидеи. Вот она мне понаснимала в разных местах несколько видео. Так что посмотрите, пожалуйста. Полюшка, полюшка, с подсолнухами. Большими такими, огромными. Как зонтики. Какие крутые подсолнухи! Ура! Вот это да! Огромные. Оксаночка очень позитивный человек. Такая прям хохотушка. Я на нее всегда смотрю и радуюсь. Думаю, господи, надо же, вот такой светлый, веселый человечек. Возле Динамикса. Ну, водичка прохладненькая. А Бимка побежал купаться. Има! Собака! Собака-кабаяка. Где? Где? Где камень? Где? Иди принеси. Где? Где камень? На пляже люди есть. Ну, что-то у меня нет желания купаться. Вода холодная. Папочка, скажи папе. Доброе утро, папочка. Ебокин. Ебака-кабаяка такая. Ебака-кабаяка, да? Ой-ой-ой, тишите меня, тишите. Тишите, тишите, вонючка ты такая. Парусов. На парашютах катаются. Это порт. Порт. О, куда?
там межводная. Здесь какое-то строительство идет. Чего? Непонятно. Бимка! Бимка, Бимка! Бимочка! Бимоська! Бимоська! Ах, ты любишь купаться, да! Ах, ты любишь купаться и нырять! Ой-ой-ой-ой-ой! Красавчик! Да, конечно! Класс, класс, класс. Порт. Мы в порту. Вот там межводная. Межводное видно. Пимочка. Пима. Вот это ее собака Бим и кот. У Оксаны есть сын. Он уже взрослый мальчик. Ходит в море. Вот сейчас он в Сингапуре. Должен был прилететь, но что-то им там не прислали, что ли, смену. В общем, задержали на недельку. Вот. Она и вышивает, и шьет. В общем, ей есть чем заниматься. Вот, а сейчас покажу цветы ее. Мои орхидейки для Любашки. Вот, цветулька моя. Красотулька. Так, так, так. Вот это пахнет розочкой до обеда. Цветочки мои. И вот это пахнет розой. Названия я не все знаю. Вот это знаю — дикий кот. У этой тоже запах есть. Вот так вот, мои красавишны. Ой, какая Оксаночка умница! И мой любимый дворик сняла с прудиком, с кувшинками. Ой, какая красота! Надо ехать в город. Там все цветет и пахнет, а я сижу во дворе. Любонька, специально для тебя снимаю горизонтально. Зашла во Флоран по делам, а тут такая красотища. Лягушек я не вижу, конечно, этих голубых или как они. Но
Зато цветут кувшинки, обалдеть. Надо же. Красота. Пойду поближе. И типа фонтанчик у них здесь бьет. Класс. Так хорошо здесь. Ну, какая красивая. Класс. Вот это да. Красотища какая. Молодцы хозяева. Блин, вот это мне нравится вообще. Мои дорогие, вот и получилось первое видео. Не судите строго. И присылайте мне свои фотографии и видео. Давайте покажем всему миру, где мы живем, чем мы занимаемся, с кем мы живем. Может быть, своих родных, может быть, своих животных. Снимайте, пожалуйста. Только не забывайте говорить, где вы живете, какой регион. И спасибо всем огромное за внимание. А я жду ваших видео.